Профессионализм и ответственность отличают всех, кто работает в муниципальных органах власти. Двигаясь курсом на созидание, они стали реальной силой, которая отстаивает интересы людей и работает на общее благо. Об этом говорилось на торжественном собрании, посвященном Дню местного самоуправления. Местному самоуправлению в настоящее время отводится ведущая роль в благоустройстве городской среды. И в сельских поселениях Славянского района стараются использовать все возможности, которые открыл перед ними закон о местном самоуправлении. Это, конечно, видят славянцы, высоко оценивая усилия власти в благоустройстве. Наш город с каждым днем хорошеет, и все это благодаря этому закону самоуправления. Каждое поселение сегодня благоустроено. Парки, сады, лавочки во всех поселениях нашего района. Поэтому мы видим работу самоуправления всех поселений. Вовлечь максимальное количество жителей в реализацию нацпроектов и управление территориями – вот задача местного самоуправления. Если славянцы будут видеть, что их активность нужна городу, станице, хутору, мы сможем добиться высоких результатов. Жители города и района, они могут сказать слова благодарности тем, кто за этим, за всем стоит. Я, как председатель нашего Славянского общества инвалидов, тоже хотела бы поблагодарить администрацию нашего городского поселения и районного за ту поддержку, которая нам оказывается. И хотела бы, конечно, всем пожелать действовать в таком же духе. Мы видим, как меняется наш город, как меняется наш район в лучшую сторону, и как настроение у людей тоже меняется в лучшую сторону. На торжественном мероприятии в городском доме культуры собрались главы поселений, сотрудники администрации, председатели территориальных общественных самоуправлений, депутаты местных советов и жители. Благодаря трудолюбию и активности всех, кто работает в муниципальных органах власти, Славянский район идет вперед, развивается. Глава района Роман Синеговский подчеркнул в своем выступлении, что муниципалитет добивается успехов благодаря совместной работе. Приятно, что утвердили праздник, и действительно для тех людей, кто вот много делает сегодня для местного самоуправления, для жителей, потому что работа в органах местного самоуправления – это прежде всего работа с жителями, это их нужды, это их чаяния, это проблемы, которые возникают, и всем нам приходится их решать. Вот даже порой, когда вопрос где-то, вы знаете, посередине решения между государственными органами власти, либо нашими. Я всегда своим коллегам говорю, вот если не мы, то кто объединит, кто соединит, кто склеит эти вопросы, для того, чтобы в целом людям жилось комфортнее. Строительство социальных объектов, строительство дорог и вообще вот инфраструктуры, это, конечно, решаем мы с вами все вместе. Поэтому я хочу сказать спасибо всем, кто работает сегодня с людьми. За добросовестный труд, высокий профессионализм и большой личный вклад в развитие Славянского района и в честь Дня местного самоуправления благодарственными письмами были отмечены наиболее отличившиеся. Также были вручены благодарности губернатора Кубани за активное участие в выборах депутатов Законодательного собрания края. Всех собравшихся с праздником тепло поздравил председатель Совета Славянского района Григорий Литовка. Это праздник тех людей, кто выбрал свою профессию служить людям. И у нас это сегодня получается. Низкий поклон вам за те дела, которые делаются в нашем районе. Это благодаря вашему профессионализму. И, конечно же, я думаю, что самый главный критерий – это у нас любовь к своей малой родине, станицам, городу, своим поселкам. Вы каждый день делаете их краше и комфортнее для проживания наших жителей. Крепкого вам всем здоровья, удачи, успехов, мира, благополучия и трудовых побед. Славянские артисты порадовали приглашенных своим замечательным искусством. Субтитры сделал DimaTorzok.
сцену для награждения один за другим выходили те, кто не жалеет времени и сил, чтобы сделать нашу малую родину благоустроеннее и краше. Они уверены, что и в будущем им удастся добиться новых трудовых побед. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, программа «События».